Мы приветствуем всех на канале War Thunder, официальный Twitch-канал, и мы продолжаем, а точнее даже, уже можно сказать, заканчиваем матчи турнира Gladiator с War Thunder 4-4, и сейчас на ваших экранах состоится матч, финальный матч реалистичных боев турнира между командами Sky Veterans Wing 1 и Фуфайки. Вот таким вот образом мы... Сегодня мы будем следить за этим матчем. Со мной в комментаторской Кримсон, Изида и Терри. Приветствуем. Привет. Привет. Терри чуть попозже к нам присоединится. У него также пройдет трансляция. Второй поток, ссылку на которую вы можете найти в описании под этой трансляцией. Ко всему прочему, вот ознакомьтесь, пожалуйста, с турнирной сеткой, с финальной. Это очень интересно, какой же путь преодолели команды перед тем, как, собственно, сразиться сегодня в финале. Немножко заранее мы начали, и это даже хорошо. Расскажем вам о турнире и поговорим о командах, которые будут сражаться в финале реалистичных боев. Ну и успеем, конечно, разыграть танковые ключи, танковые пакеты и золотые орлы за вопросы. Коротко, чтобы всем стало ясно, понятно, как это будет происходить. Ключи на танковые пакеты мы будем показывать вам на экране. Их нужно будет быстренько запомнить, записать, это уже как вам удобнее, и активировать на сайте warthunder.ru. Авторизуетесь там под своей учетной записью и можете вводить этот ключ. Напоминаю, что на финальных матчах турнира мы разыгрываем ключи, продвинутый ключ Т-34 и Шерман. То есть это самый дорогой танковый ключ, наверное, он самый желанный. Вот, собственно, скину на него ссылочку, этот ключик. Так, я вижу, за кого болеют наши зрители. Многие болеют за Фу-Фу-Фу, кто-то за Sky Veterans. Это хорошо. Вот прошлый бой между командами NBSI. Господи, у меня из головы вылетело. Black Team. И Black Team, да. Большинство все-таки валяло за Black Team, конечно же, это русская команда, и представители в российском чате, да, болели за них. Ну, собственно, Black Team победили, заняли третье место, молодцы. Но вот вижу, что здесь у нас как-то поделились 50 на 50, не могу точно определить. Вот Китсуни у нас в чатике, наверное, увидят и, собственно, скажет, за кого же большее количество зрителей отдает свои голоса. А сегодня у нас вас ожидают также вопросы. Изида приготовил несколько вопросов, которые будем озвучивать в чате. И вы будете, собственно, правильный ответ на этот вопрос публиковать. Только я очень прошу делать следующее. Кроме правильного ответа, пишите, пожалуйста, свой ник сразу же. Пишите правильный ответ. Ответ и ник. Правильный ответ и ник. Без ника мы принимать ответы не будем. Нам очень сложно вас потом найти всех, поэтому давайте будем все-таки внимательны, и мы обязательно вас наградим. Так, итак, Жень, тем временем сейчас уже идет жеребьевка, определяется самолет, на котором будет происходить бой. Вот я вижу. Отлично. Отлично. У кого какие есть на этот момент представления? Как считаешь, Кримсон, какой самолет в этом бою мы увидим? Я почему-то думаю, что самолет будет группы А. И что-то вроде там Ки-43. Вот как-то так, я думаю, что будет. Группа А. Да. Я все-таки думаю, что это будет Як-1Б. Ну, по крайней мере, команда Sky Veterans раньше не играла группу А. И, возможно, сведет... Привет, Терри. Сведет все к самолету, в котором она больше уверена. Но, опять же, мы вспомнили, вчера вот был матч с ангелами, которые попробовали удивить своих оппонентов. Возможно, Sky Veterans тоже попробуют сделать неожиданный ход и сыграть в группе А на Ки-43. Ну, посмотрим. В любом случае, сессия уже создана. Я попрошу стримеров, комментаторов подключиться к ней. Пароль я продублировал в чате TeamSpeak'а. И я думаю, пока у нас суть до дела, можно начать розыгрыш, собственно, ключей и... Вопросики. Будем задавать вопросы. Но еще вот перед тем, как рассказать, точнее, давайте так, прозвучит вопрос, а потом небольшой исторический экскурс будет. Значит, вопрос звучит следующим образом. В каком году состоялся первый матч турнира «Гладиаторы»? И сейчас я не имею в виду только War Thunder. Это серия «Гладиаторы», она
такая подсказочка, да, несколько лет существует, поэтому в каком году, я даже, наверное, точное число просить не буду, но вот год назовите, пожалуйста. Указывайте свой ник обязательно. Я попрошу Изида принимать правильный ответ только игрока, который указал свой ник. И вот, пожалуйста, первый победитель, Дрон23, правильно указал. 2010 год, 9 мая 2010 году состоялся первый турнир «Гладиаторы». Записываем дрона. Так, записываю, да, закинул его к нам в ТС. Хорошо. 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 Напоминаю, 1000 золотых орлов мы отдаем за правильный ответ. Следующий вопрос, я так полагаю, что лучше дублировать в чат. У некоторых зрителей есть некоторый рассинхрон, поэтому я, Изида, попрошу тебя вопрос скидывать тогда в чат. И я Легко. думаю, что это будет нам удобно всем. Итак, Да. ребята, сейчас я скину вам вопрос и сразу же его зачитаю. И как только я его зачитаю, я его скину в чат. Мне нужно авторизироваться. Сейчас попробую. Сейчас, одну секундочку. Временем на экране Кримсон показывает ключ от Вот. танкового пакета, продвинутый танковый пакет Шермана и Т-34. В общем, ребят, смотрите, я буду под ником Вартуб. Сейчас. В общем, вопрос звучит следующим образом. Любимый самолет команды Sky Veterans в группе С. И скидываю этот вопрос. Нет, это не Spitfire. Не Hurricane. Кстати, он не из группы С. Нет, не Як-1. Пишут, конечно, ребята пробуют прям угадать. Кто же правильно напишет. Вспомните вообще, какие самолеты есть в группе С. Вот, вижу я правильный ответ, но я пока не буду его принимать, потому что зритель не написал свой ник. Я предупредил. Вот, и Esquire предупредил, что нужно писать свой ник. Вот есть, наконец-то, вот, сказали. Нет, ребят, пишите прямо модель самолета, вот как она есть. Так-то были варианты правильные, но не указывают, как бы. Да, принимаю только варианты с ником. Вот. Дрон 23. Молодец. А673. Все верно. Давай еще дождемся еще один такой вариант, потому что дрона мы уже Да, награждали. награждать не будем. Да, мы примем во внимание, что он у нас молодец, но вот будем, Вот, конечно, А673. одаривать. Вот, вижу. Вот, ник скопировал. Да, Это... наблюдаю, да. Набор цифрок таких вот у Да-да-да, я нас его есть, скинул в хорошо. ТС. Все, молодцы. Так, еще вопросы будем задавать или чуть позднее? Да, зададим, конечно же. Я вот просто историю турнира немножко расскажу, что, в принципе, сам турнир «Гладиаторы», как вы уже услышали, угадали, да, в 2010 году состоялся первый матч, но в 2009 году началась подготовка. Собственно, автором идеи является Уйбилич Сергей, у нас сегодня главный арбитр, ну и, собственно, он и разрабатывал весь этот чемпионат, да, и чемпионат 4 на 4. Он был создан для тренировки сквада 159 БАК, который, кстати, и сейчас существует, и летает также вот в War Thunder, для тренировочного, собственно, процесса. Да? И весь тренировочный процесс, как вы уже, наверное, заметили по турниру, заключался вот в трех различных таймах. Это 1 на 1, 2 на 2 и 4 на 4. Вот, собственно, это все вы видите на своих экранах от трансляции к трансляции. И после того, как этот формат был успешно протестирован, собственно, в скваде, да, было принято решение готовить межсквадовский чемпионат. Вот. И в течение года этот формат он тестировался, и правила его дорабатывались, потому что те из вас, кто видел регламент, наверняка знают, что он непростой, что там очень много различных таких факторов, которые нужно принимать во внимание. Одно только вот вычитание самолетов, группы, это все очень-очень важно. И вот в 2010 году был проведен первый международный чемпионат. Тогда еще на базе игры два штурмовик. Всего лишь на 16 команд. На 16 команд. Сейчас, конечно, мы видим, что огромное количество команд принимает участие в текущем чемпионате.
Вот. Ну вот так, лишь в 2011-м гладиаторы стали серией, да, то есть продолжили свое существование как серийный чемпионат. Ну и мы, конечно же, видели и увидим еще в будущем другие серии этого лейбла, да, это 8 на 8. Может быть, даже и увидим обязательно что-нибудь из дуэльного чемпионата. А пока команда у нас готовится, я коротко расскажу, за что же, все, собственно, сегодня будут бороться команды Sky Veterans и Фуфайки. Значит, команда, которая займет второе место, игроки команды, которые займут второе место, получат видеокарты MSI NVIDIA GeForce 780. Это очень мощная видеокарта. Характеристики этой видеокарты можете посмотреть в интернете повсюду. Она безумно хорошая видеокарта. Кроме этого, в комплекте с ней будет идти дополнительный самолет И-16 тип 28, премиум аккаунт и золотые орлы. Кроме этого, сверху еще игроки получат еще по 5000 золотых орлов, еще премиум аккаунт и продвинутый пакет М4А2 Sherman. Вот такие призы у нас за второе место. И за первое место, команда, которая займет сегодня первое место, все 6 пилотов получат ноутбук MSI GE60. Тоже обратите внимание на эту модель. Это невероятно мощный ноутбук. Когда согласовывали призы, честно говоря, даже организаторы были в таком легком шоке, насколько это мощный агрегат. И, конечно же, я уверен, что самым популярным приложением на этом ноутбуке будет, конечно же, War Thunder. Ну и кроме этого, также огромное количество голды, насколько я так припоминаю, там что-то в районе 20 тысяч на человека, премиум аккаунт и продвинутый пакет Т-34 и М4А2 Sherman, который, собственно, кстати говоря, мы сегодня разыгрываем на трансляции. И вижу очередной ключ. Вот постарайтесь, успейте, и этот ключик активируйте, так, и пакет будет ваш. Ко мне почему-то пускался мастер уличку П-400 назвал. То есть наш чехословацкий друг. Смотрит у Терри на трансляции, напоминаю, есть ссылка на второй поток от Терри. Очень смотрят много пилотов, которые участвуют в турнире. Я так понял, на ваш вопрос был ответ, но... Ну да, в любом случае, вопросики мне. Мы принимаем в чате Twitch'а War Thunder. И я предлагаю тогда, может быть, ты задашь вопрос, скинь его только, пожалуйста, в чат. Так, нет, я имею в виду, на ваш вопрос он ответил у меня, то есть ко мне, да, в игре постучался, ну он ошибся. Бывает, да, мне тоже в игре пишут, и внезапно полагаю, что именно здесь так, принимается. Следующий ответ. Вопрос связан с фуфайками, и я сейчас заранее его скопирую, зачитаю и сразу скину. Итак, с кем команда фуфайки провела бой в 1/8? Вопрос скидываю. Пишите обязательно свой. Я вижу, что уже заранее кто-то пытается нащупать и угадать ответ, при этом вопрос они не слышали. Нет, это были не гады. Так, есть правильный ответ, это были и, действительно поляки. Я так понимаю, от вас ждут тоже готовности, ребят. Лен 86 первым ответил, вот я его сейчас копирую, я помню, что он именно под таким ником у нас и будет. Закидываю его тоже к нам. Молодец, поздравляю. Очень быстро. А, тем временем, в принципе, все готовы. Нужно выставить команду. И я подтверждаю, что самолет, который будет использоваться в этом матче, Як-1Б. Як-1Б. Вот такие у нас финалы. За кого мы посмотрим? Ну вот у меня спросим. Выбор. Выбран у меня Фу-Фу. Сквад Фу-Фу выбран. Хорошо. Я буду смотреть первые два боя за Sky Veterans, а потом... Пятерки меня просили фуфайки за них посмотреть. Вот так вот, ребята. Магия Терри. На нее все-таки полагаются. Это здорово. Так. Ладно, я сейчас поменяю эту команду. Я сначала выставил ребят из СВ. Смотрим тогда за фуфу. Финальный матч. Невероятные призы на кону. Кто бы мог подумать, когда эти регламенты согласовывались и команды
подавали свои заявки, еще не было известно до конца призовой фонд, но небольшая пометка была о том, что призовой фонд может быть увеличен. Кто же знал, что настолько? Я так видел, как многие команды просто бежали тренироваться, искали себе замены, да, сильных пилотов, вербовали пилотов из других сквадов, потому что, конечно же, призы очень хорошие. Итак, у нас первый тайм. Кай Ветеран Свинг-1 и Фуфайки. Самолет боя Як-1Б. И первый тайм в формате 1 на 1. Увидим мы с вами 4 дуэли. Напоминаю, за этот тайм команде победившей начисляется 1 очко. Ребята, ключ нужно водить вот так, как он у вас на экране светится. С тире абсолютно все точно. И нужно делать это быстро, ребят, потому что многие пытаются активировать его первыми. Конечно. Да, может быть, вот еще сказать, что ключ может активировать один человек. Если ключ кто-то до вас успел его ввести, то тогда вам напишет, что ключ уже активирован. Вот таким вот образом все работает. Говорят, что это нереально, уверяем вас, что это реально. Ну вот буквально на прошлом матче я следил за чатом один момент, и как раз тот человек там написал «Ура!», что у него получилось активировать ключ. Чему я был очень рад, кстати, да. Очень интересно, зрители, которые пишут этот ключ в чат Твича, ну, немножко ошиблись окном. Вам нужно его активировать. По-прежнему ждем готовности. Вот тест старт. Тестовый старт. Ну хорошо. Тогда и я слетаю, схвачусь за свой джойстик. Я тоже, наверное, подержусь за джойстик. Тоже слетаем. На Як-1Б как раз. Итак, значит, это просто тестовый вылет, чтобы проверить правильность создания комнаты, настроек. Ну и самое главное, нет ли пакет лостов. Нет. Вот, Сквайр, мы можем вдвоем попробовать убить Терри. Да. Кстати, давайте, отлично. Терри, держись. Тебе все летят убивать Терри, а Терри развернулся и от нас побежал. Это вы такой вот толпой на меня, да? Ну, потрясающе, мы не догоним. И Кримсон на Терри. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, и пятая она довольно шустренькая. Где вы там? Ловим тебя, Терри, ловим. Надо меня ловить. Сейчас вот пулеметиками так побалуюсь. Эй, держится. Фаера я убил. А все-таки вот смотрю, решили сбивать друг друга, да? Ага. Ну ладно. Кримсон доволен. Доволен. Кримсон. Бил такие счеты, да? Стример против стримера. Ну вот я помню, на одном из стримеров меня Терри все-таки убил. А, то есть у вас вот это такой счет уже виделся, да? Да, ну давайте тогда разбиваться, я вижу, что. Участники разбиваются. Так как у нас был тестовый вылет, не нажмите готово после выхода в полигон. Да уж, проследим. Проследим, пока предлагаю, Зида, может быть, задашь еще вопрос. Хорошо. Итак, следующий вопрос, ребята. Я его зачитываю, сразу скидываю в чат. Копирую заранее. Каким счетом команда Sky Veterans сыграла в 1-4 против команды МФС? Не забывайте указывать ник.
Все верно. Квидра ответил верно. Записываем 3-4. Да, в пользу Sky Veterans. Логично предположить. Все верно. Хорошо, поздравляем. Поздравляем победителя. Поздравляем. Изидов Пинула в чатике написал. И вот у меня сейчас только что есть информация от Обилича по линиям для фуфайки, для команды фуфайки. По линии А полетит Snakebite, по линии Б полетит Спортсмен, по линии С полетит Прет на пролом, и линия Д это Голди Гол. Вот таким вот образом будет расстановочка. От Sky Veterans, к сожалению, расстановочки нету. Ну, мы так или иначе увидим по маркерам. Да, конечно, мы увидим и маркера, увидим, как это будет выглядеть. Опаньки, еще будет один вылет, кстати. Еще один тестовый вылет? Да. Ах, нужно было... Впервые. Но на финале можно, скажем так, на финале... Короче, поменяли, я так понимаю, сервер. Так, это ну сейчас что, возможно в полигоне поменять сервер. Загрузки. Надо быть какой-то другой самолет, во. Явно хочет в лоб пойти. Обязательно будут. Ты на девятке. Ох, ты шустрый. Ну, может быть, немножко рассказать о командах, что они их представляют, я имею в виду вообще сообщество, как они вообще начали этот путь. Конечно. В общем, давайте начнем с Фуфу. Ребята играют с ZBT, то есть полк создавался даже не теми людьми, которые сейчас, в принципе, руля. Играли они в основном только в аркаде, и после первого такого турнира на ОБТ от Гохи ребята задумались, что да, надо над собой работать и уходить из аркады в реалистичные бои, чтобы, ну, как бы повышать свой уровень и прочее. За период до гладиаторов память у них появились интересные инструкторы из Ил-2 штурмовика, которые, в общем-то, и сделали из них, скажем так, хороших пилотов. В последующем, ну, я бы не сказал, что там была какая-то активность серьезная. Вот ребята, по сути, представляют собой вольное казачество, и у них нет там жестких тренировок. А к гладиаторам они готовились, в общем-то, как и все. То есть раз в два дня примерно вот так вот играли. И играли только внутри полка. То есть не показывали там, что у них какие у них заготовки и прочее. Ребята из Sky Veterans также, в принципе, ZBT начали играть. Сообщество достаточно амбициозное, ребята там в основном молодые, и тоже первый опыт реалистичных боев для них был именно на Гохе. После чего, вот, в частности, вот Angry Cat, вот их тактик и лидер, он, в принципе, и создавал сообщество, занимался, в общем-то, всеми, там, скажем так, тактическими делами своей команды, и он заведует, и, соответственно, и тренировками, и подготовкой пилотов тоже он занимался. Из успехов могу
ну что могу сказать, то, что вот они, в принципе, после гладиаторов общались с Фуфу, они с ними тренировались, то есть тогда они еще не были достаточно опытными, но на данный момент они реально как бы представляют серьезную угрозу. То есть я считаю, что сегодняшний бой будет очень эпичным. Ребята из Sky Veterans очень подтянулись. Вот, на этом турнире очень хорошо себя проявили. У них было две команды, одной немножко не повезло, а вот основной состав, который вы сегодня видите, он очень даже серьезен. Готово, нажмем заранее. То есть, по сути, Фуфу сами себе, так сказать, вырастили противника, который, может быть, сегодня их и победит. Ну, будем смотреть, это интересно. Немножко ненадолго тебя прерву. У нас тем временем новая внезапная викторина. Ключики ключиками, мы их здесь показываем всем, не все успевают. И поэтому вот добрый Кицуни принял решение провести подобную же викторину прямо сейчас и здесь ВКонтакте. Для этого новость об этом матче нужно репостнуть себе на страничку. И в конце этого эфира мы из трех участников выберем трех участников, кто сделал репост, и обязательно выдадим им Т-34 и Шерман. Танковый продвинутый пакет Т-34 и Шерман. Просто сделайте репост. Больше, собственно, ничего от вас не требуется, просто нажмите репост, и все будет хорошо. Так, у нас запуск произошел, и можно, в принципе, выбрать пилота, за которого мы посмотрим. Какие есть мысли? Кримсон, ты у нас стример. Да, я стример, Изида, но я очень бы хотел, чтобы ты мог бы сказать, какой вот считается в этой команде, вот, может быть, ты знаешь, такой самый дуэлянт. Честно говоря, вот, ну, там много хороших дуэлянтов, и, в принципе, выбирай любого пилота. Ну, тогда я выберу Паул Бибокса, это капитан команды, Фуфайки. Хорошо. И посмотрим, как, с кем он, во-первых, полетит. Интересно, когда капитан попадает на капитана, это как бы вот прям такая дуэль очень интересная получается всегда. Да, ответственная, ответственная. Она даже, может быть, с точки зрения очков-то и не всегда решает, но вот настрой команды действительно очень важен. Когда капитан побеждает, он об этом говорит. Спике настрой, конечно, игроков очень важен, особенно на финальном матче. За такие призы, напоминаю, призы ноутбуки и видеокарты. Ждем готовности команд. Наконец-то мы с вами сможем увидеть первый раунд, формат 1-1, как вы уже поняли. Было два тестовых вылета. Пилоты проверяли связь. Вот еще вот хотел бы заметить, у ребят из Sky Veterans, по-моему, все используют стандартное управление, я имею в виду мышки, клавиатуры и прочее. А вот у ребят из Суфу время от времени появляются джойводы во время таких матчей. И вот ты даже можешь раскрыть нам секрет, кто же летит сегодня на джойстике. Возможно, Голди Гол. Возможно, не факт. Тогда мне очень хочется за него посмотреть, честно говоря. За Голди Голд. Успеется, посмотрим. Вот, кстати, на него я сразу же и попал. Да, у нас все страх. Тогда смотрим за Голди Голдом, если он летит на джойстике, это было бы интересно. А я смотрю за Angry Cat. И он летит против Снейка. А Голди Голд летит против Red Dragon War. И оба пытаются выйти ниже противника, чтобы иметь небольшое преимущество. Вот смотрите. Вот этот крен, от него очень многое зависит, где остается противник. Смотрите-ка. О, прет на пролом. На втором схождении два пилота, как спортсмен бы. Так же да, прет на пролом, спортсмен были сбиты на втором схождении. Вот так вот ребята зашли под них, вышли на Эмельмане, скорее всего, и сбили на втором схождении. Лобовой. 2-0. Пока ведут Sky Veteran. Angry Cat получает побит. Правление у него. Ну и вот Голди Гол все-таки, мне кажется, довернет в итоге. То есть он так не рискует. А он теперь, смотрите, уходит вверх, да. Уходит вверх, и здесь сейчас
Все будет зависеть от его умения. Здесь вот или ему удастся все-таки пропустить вперед и уйти вот от этой узловой, а скорее всего он просто упадет. Очень точно выстрел. В итоге он еще и пробит. Red Dragon War. И у нас остается, насколько я понял, последняя пара. Смотрю за ней. Командира Angry Cat. Он пробит. Очень. В землю может врезаться снэкбар. Ветра повреждений у него не было, я так понимаю, просто это не рассчитал он этот маневр, просто затяжеление рулей произошло. И таким образом в тайме счет 4-0, если я не ошибаюсь, а в счет матча 1-0 в пользу Скайвитера. Да, Сквайр, ты абсолютно прав. И вот так вот вырывается вперед, очень уверенно вырывается вперед команда Скайветеранс. Ну, скажем лишь одно, что первый тайм не всегда показательный. Это чистые дуэли, они, конечно же, могут... мастерство пилотов, да, мы можем оценить действительно в чистой дуэли, но следующие таймы 2 на 2 и 4 на 4, вот там ребята получают большее количество очков, и там, конечно же, совершенно другая тактика, командные действия, и именно в этих двух последующих таймах мы узнаем, на что же команды способны. А пока напоминаю о розыгрыше. Периодически на вашем экране появляется ключ от танкового пакета Т-34 плюс Шерман. Успейте, пожалуйста, его ввести на официальном сайте War Thunder, авторизовавшись перед этим под своей учетной записью. Но, кроме всего этого, викторина в группе ВКонтакте официально. Сделайте репост последней новости в этом матче. И в конце мы среди репостных выберем трех победителей и также отправим им этот подобные ключи. Вот. Ну, собственно, Арева, арбитр матча, зафиксировал результат. Sky Veterans лидирует. Давайте поставим готовность. И пока у нас готовность, предлагаю здесь задать еще вопросы, интересные вопросы для наших зрителей. Да, этот вопрос актуален. Ну ладно, сейчас вот такой вопрос есть. Сейчас его скопирую заранее. Секундочку. Итак, какой самый популярный самолет в группе Б у команды Фуфу? Вот Фуфайки, точнее, вот которая сегодня у нас летит. А можно я отвечу, Зига? Я знаю. Да, я понимаю, что ты знаешь, но вот просто... Это настолько очевидно, я вот потому и смеялся. О, и у нас есть победитель под ником уже всем... Ну мы ждем пока второй. Ждем Рокки, потому что, Рокки ответил? Же... Да, Рокки ответил абсолютно верно. Дрон у нас уже сегодня банк ограбил. Вот поздравляем, поздравляем, Рокки. Хорошо, запишу обязательно себе. Резервный, говорит, Кицуни, да, я бы тоже бы в любимом резервном самолете бы полетал. Все готовы, кроме главного арбитра, и мы уже практически готовы начать второй тайм в формате 2 на 2. Я напоминаю, это финал матча «Реалистичные бои» турнира «Гладиатор» с War Thunder между командами Sky Veterans и Фуфайки. И на вашем экране будет сейчас показан еще один ключик. И раз. Ключик на экране. Кримсон. Это я просто решил вот так вот прям сказать об этом. А то я все так их неожиданно показываю. И у нас происходит сейчас запуск второго раунда. Второй раунд будет в формате 2 на 2. На первом схождении уже можно открывать огонь. И обычно лобовые в реалистичных боях случаются. Случаются часто и очень решают, кстати говоря, лобовые. Я так понимаю, что если для симуляторных боев пилоты тренируют первое схождение в таком строгом классическом стиле, да, кто займет позицию для стрельбы или для, может быть, энергичного боя, то вот, касательно реалистичных боев здесь все немножко иначе. Здесь очень важно или же пострелять самому удачно, или же не дать противнику пострелять по себе. После этого нужно опять же занять все ту же выгодную позицию. За кем смотрим, Кримсон? Так, посмотрели. О, прет на пролом. Мне очень нравится этот ник. И мне очень нравится эмблема, которая красуется на
крылья этого, крылья, да, это говорит о том, что этот пилот участвовал в турнире гладиаторов и не просто участвовал, а он стал чемпионом этого турнира. И насколько я понимаю, это прошлогодний турнир в формате 8-8, где команда FUFU. Да. Наклейка это очень редкая, просто единица обладает наклейкой. Так, и смотрим, вот действительно лобовая, при этом пролом пытается атаковать атак. И поврежден. Прет на пролом, кстати говоря, от кота и уходит вниз. Остается... И довольно-таки сильно поврежден. Нейкбайт остается один, держит вираже, предлагает на него переключиться. Мне кажется, что прет на пролом уже здесь у нас да, не выбывает, игрок. Скорее всего. Да, да и в этой, собственно... Я смотрю за второй парой, там, в общем, пока все не очень хорошо для FUFUBIKE. Хотя вот, хотя нет, ошибаюсь, Red Dragon. Red Dragon's Beat, да, пускай ветераны. А вот кем он летел? Аврор. Какой тяжелый бой, да. И по-моему. Он ушел. Прет на пролом только сейчас падает на самом деле. И вот теперь Снэкбайт уж точно остается один. Они вдвоем, по-моему, у Скайветерана остались. Против одного Снэкбайта, или я ошибаюсь? Ну вот был еще один Скайветеран, но он, по-моему, улетел. Вот он атакует. Да, вот он как раз прошелся. Да. Сзади, да, сзади он. Подбивай Снэкбайт с Ангрикета и... Да, но сам он очень поврежден, и я боюсь, что не сможет он выйти из этого героя. У него 6 плотные, и он ничего не сделает. Мне кажется, тут Снэкбайт уже все понятно стало. Хотя у пулемета остались только у напарника Ангрикета, но даже их достаточно будет, чтобы поджечь. И достаточно неплохо поджигают. Да, вот смотрите, тянется пилот. Мистер Кот, кстати, что-то его плохо прострелили, вот вдвоем они вроде по фокусу шли, кстати, вот проигрывает по энергии Кот, возможно, у него какие-то проблемы. Странно, вроде так хорошо за ним шел. Мне кажется, у него поврежден двигатель, мне так кажется. У него останавливается двигатель? Да. Возможно, повреждение. Сейчас посмотрим, ближе подлетит. Не, пока нет, работает двигатель. Все хорошо вроде с двигателем, но может быть мощность потерял. Бывает, что от попадания як больше там 200 километров не летит, если попали. А там... в другой паре побеждают FUFU. То есть здесь это вот очень ответственный раунд. Упал, был таран, Аврор МД сейчас столкнулся, он... Но он, в общем, цел. То есть вот эти, такой таран. И у нас остается... Не попадает Snakebites. Мистер Кот пытается выйти на огневую, но у него не получается. Что-то реально с двигателем, мне кажется, не хватает мощности. Попали, наверное, в один из цилиндров двигателя, как вот мы смеялись над эффектом, когда Як очень сильно теряет энергию. И мы имеем ничью. Я так понимаю. А, стоп, в той паре ребята не победили. Потому что я смотрел. Последний этот Snakebite. В той паре победили Sky Veterans. А, все понятно. Значит, 1-1, ребят. Сейчас будет дополнительный раунд 2-2. Так, у нас. Затащил Snakebite. Конечно, я уже думал все. Потому что у него было уже 6. Почему его не сбил мистер Кот, я не понимаю. Но такое бывает, ребят. Да. Ну, да. Удивительно, потому что не было. Мы следили за этой парой, и было понятно, что. Она, конечно, в меньшинстве остается, ну. Хорошо, 1-1. В втором тайме. Вот то, о чем мы говорили. Абсолютно непоказательные дуэли. Абсолютно непоказательные. Здесь дело и не только и не столько в лобовых, сколько вот, конечно, в командных действиях. Еще разочек скажу пару слов о ключах. Ключи действительно ключи не использованы ранее. Я так предполагаю, что мы будем наказывать тех, кто внезапно пытается ввести в заблуждение наших участников викторины. Эти ключи новые, абсолютно исправные. И пишутся они не задом наперед, а показываются абсолютно. Да, ключи так как есть, так они и пишутся. Не надо там ничего придумывать и менять цифры местами. Просто переписывайте их с экрана.
Да, ну пока у нас подготовка к дополнительному тайму. Напоминаю, что дополнительный тайм второго раунда проводится в формате 2 на 2. То есть каждая команда вставляет двух сильнейших пилотов. Сейчас мы увидим двух сильнейших пилотов по версии Фу-Фу-Фу и по версии Фуфайки, извиняюсь, и по версии Sky Veterans. И напоминаю о розыгрыше группы ВКонтакте. Последняя новость, которая, собственно, гласит об этом стриме и в финальном матче. Необходимо ее репостнуть, и потом мы с помощью программного обеспечения ВКонтакта узнаем, кто же среди трех репостнувших получит танковый пакет. Обязательно их во время стрима назовем, обязательно с ними свяжемся, напишем им ВКонтакт. Так, и вот у нас нету, кстати, подтверждения, как был сыгран тот матч, и вообще нету никакой информации. Почему? Подтверждение было, написали 1-1, сейчас будет дополнительный раунд, да. Дополнительный раунд, да. В формате 2 на 2 также он пройдет, вылетят сейчас сильнейшие пары команд, и будут решать эту проблему с ничейным счетом. С этой непоняткой, случившейся. Я хочу сказать, что на обеих точках очень эпичные были бои, такие прям долгие. Очень сложно. Вообще, я вот знаю позиции, вот и ребята из Sky Veterans очень смело всегда идут в лобовую практически до конца, а вот Фуфайки всегда ее старались избегать. Но здесь они, я смотрю, немножко изменили тактику, но и как-то вот решили также играть на лобовые, если противник делает, в принципе, то же самое. Да, лотерея, конечно, вот такая своего рода. Но по-другому и бывает никак, потому что Як-1Б обладает хорошим креном, он может быстро откорректировать курс, прострел можно сделать хороший. Во время уклонения вас могут просто пробить, то есть если скорость недостаточно. И у нас старт. И видим команду Фуфайки, Snakebites против прет на пролом. Точнее, прет на пролом с ним и против них, да, Angry Cat и Mr. Cat. Уже очень часто видели мы эту пару. Немножко по-другому ребята играют от Фуфай, как-то прям, смотрите, Snakebites уходит резко вниз, переигровка будет. Скорее всего будет рестарт, пилота так рестарт, слишком быстро, да, падает, и второй падает, значит, старт. Ну да, видно было, что сразу как бы летел разбиваться, и, возможно, какие-то нюансы. Да, по нашим правилам, внутренним правилам арбитров есть регламент, по которому главный арбитр матча может назначить рестарт в данной ситуации. Ну, пока у нас рестарт, я предлагаю прямо, может быть, вопросы. Все хотят вопросов из вида, поэтому... Хорошо, сейчас. Ну, давай. Не забывай писать их в чат. Так, вопрос интересный. Не считаю тут главное внимательность. Я его скину сразу. И не забывайте ник писать, кстати. Я его скину сразу в чат, как прочитаю. А сколько матчей было у команды Фуфайки на самолете P400? И скидываю вот чат. У тебя накосячил, конечно. Ну ладно, посмотрим. Слушают ребята. Сейчас. И варианты. Ил-2. Чего? Ребят, не пишите. Пишите свой ник, пишите обязательно ваш ник. Вот, написал один человечек, я его сейчас копирую. Обязательно. Запоминай. Так, это Mazda 68 написал первым, вот мы его сейчас... Действительно, ноль. А, нет, стоп, ребят, извините, был на одно сообщение быстрее был ин... Ник на Берлин 2012. Вот он действительно верно написал. Вот его скинул. Хорошо, что успел заметить в последний момент, что вышел. Да, повнимательнее обязательно, все хотят выиграть. Ну, я так думаю, пока у нас тут затягивается, если есть вопросы еще, позадавай обязательно. Хорошо. Да, вот, только может быть, надо напомнить, что вот я вижу, что правильные ответы были выше этих людей, но вот сейчас я объясню, почему они не были учтены. Потому что надо писать ответ, да, и игровой ник. Вот, таким вот образом. Так, следующий вопрос, ребята, и, как прочитаю, скину его в чат. Сколько всего команд от сообщества Sky Veterans участвовало в данном турнире Гладиаторы? Сколько их всего было?
Одна, две, три, четыре там. Три? Нет, не три. И опять не пишут ники, пишите ники. Вот, вот, есть победитель. Есть победитель. Как его ник? Снусмурик. Вот такой вот необычный ник. Снусмурик. Я его скинул. Я скинул. Кстати, угадал, действительно, две команды было заявлено от SkyVeteran. Жень, тем временем мы тут пропустили момент запуска. Нет, полигона. Мы его не пропустили, мы как раз ожидаем старта от главного арбитра. Это перелет дополнительного тайма в формате 2 на 2. Ну, если наверняка мы увидим те же самые составы. Я не думаю, что сейчас будут замены. Не должны менять, потому что при этом... При перелете уже нельзя менять пилотов. То есть, если уже пилоты вылетели разочек, показали свои ники, да, то все. Те же самые люди при перелете и должны лететь. Абсолютно верно. И видим вновь эти пары. Опять выпрыгивать. Вот сейчас арбитры могут попросить заменить пилота. Кто-то у него какие-то проблемы, видимо, технические. Серьезные, раз он постоянно не может вести бой. Да, разбивается где-то пролом. Разбиваются пилоты Sky Veterans. Здесь интересный момент был. Вопрос, получают ли наклейки участники турнира. Да, конечно же, у нас в арсенале две наклеечки. Вот ту самую, которую сейчас видели на крыле прет на пролом. Это за первое место получат только пилоты, которые победят в финале. Всего лишь 6 человек. Я не зря сказал, что она очень редкая. И наклеечка гладиаторы тем участникам, которые дошли до финального этапа. Команды, которые дошли до финального этапа, получат наклейку гладиаторов, смогут ее лепить на свои самолеты и гордиться этим. И на самом деле есть чем гордиться. Так, ну и что? И что? Возможно ли дисквалификация? Не думаю, что в финальном тайме возможна дисквалификация. Хотя, вы знаете, есть правила в регламенте, при которых действительно команда, например, может получить поражение сразу. Это, например, в первом тайме в лобовой прострелить противника. Да, это запрещено, и если это арбитр увидит, то, соответственно, на этой паре сразу же... В общем, у него там сильно технические проблемы, что ли с мышкой, то ли что. Но я не знаю, там как бы нюанс какой-то. Хорошо, но в любом случае арбитры могут потребовать заменить пилота. Да, это оговорено правилами. Если несколько раз у пилота возникают технические проблемы, то могут арбитры потребовать поменять. Ну и все ждут вопросы, Изида. Все хотят вопросов. Зид у нас пока отбежал, вероятно. Не забывайте репостить новость ВКонтакте. Сразу же, буквально сразу же вы получите... И не сразу же, а после матча мы определим... Мы определим победителей среди репостнувших. Трех человек мы обязательно наградим продвинутыми пакетами. Т-34 плюс Шерман. И начинается бой. Сейчас посмотрим. Полагаю, что на третий раз, конечно же, у нас все должно быть хорошо. Смотрим, были ли замены, назначены арбитрами. Сейчас мы на это посмотрим. У нас летел прет на пролом и снэкбайт, как я понимаю, прошлые вылеты, да? Если я не путаю. Если вылетят какие-то другие пилоты, верно, то тогда мы сразу об этом узнаем. Новости постнить. Да, самую верхнюю новость под названием «Турнир начинается. Финал дивизиона реалистичных боев». Вот эту новость. Постить. Победителей обязательно назовем.
Так, ждем. Так, уже мистер Кот, я смотрю, без парашютика. Да, дан нам старт. И у нас прет на поролом и Снэкбайт. Все эти, те же самые люди. Давайте посмотрим на Снэкбайта. Третья попытка Снэкбайта. Третья попытка, да, пилоту Снэкбайт вылететь. И вот его самолет вроде как нормально маневрирует. Заметьте, они теперь не разлетаются, как в прошлый раз. Не уходит Снэкбайт вниз. Но зато мистер Кот держит высоту, и я так понимаю, что у них такая вертикальная получается разводка. То есть сейчас Angry Кот будет ловить на себя лобовую, пытаться увернуться от нее. Ему это удается, кстати говоря. Удается ему увернуться, да. От подбит лобовой, снова подбит первым на пролом. Прет на пролом, подбит. Лобовая кота. Снэйк даже не пытался прострелить. Бросили, здесь, по-моему, вот сейчас... вот. Так, она прет на пролом была очередная. Паровоз выстраивается не в пользу. Снэйк, кстати, уходит на Angry Кота. Может он сейчас пробить, да, Angry Кота довольно неплохо. Выйдет? Вытягивает. Какой опасный момент вообще, ребята. Прет на пролом пытается помочь. Ну, я понимаю, так у него уже не очень все хорошо. Вдвоем атакуют ребята из Sky Veterans. А, Снэкбайса, он сбивает Снэкбайса. Один вперед на пролом, но он уже, конечно, с такими повреждениями. Да, он просто... Да, вперед на пролом тоже сбит, и Банды. Ребята уже ведут 3-0. Sky Veterans ведут 3-0. Меняем мы счет. И будем потихонечку готовиться к третьему раунду. Формат 4-4. Тоже можно стрелять в лобовые, все разрешено. Да, и за последний третий раунд команде будет начислено 3 очка, соответственно, это последняя надежда у команды Фуфайки сравнять счет. То есть или сейчас мы видим, как Фуфайки сравнивают счет, они продолжают таймбрейки, или же Sky Veterans победят 6-0. Посмотрим. Четверки самые сложные. Я сейчас переключусь за Фуфайк, и если они выиграют, я сам себя начну бояться. Ну, мы тогда, может быть, включим Sky Veteran, Zida и Squire, да, действительно, поменяем мы команду. Это потому что, во-первых, мы уже посмотрели много вылетов от Фуфу, плюс... Давайте за свепы посмотрим немножечко, тоже интересно, что буду делать, ребята. Хорошо. Готово. И я сейчас на экранчике вам буду показывать 3 оставшихся ключа для... Только не все вместе, я тебя прошу. Не, все вместе нет. Мне тут в чате предлагали, что давай показывай по 3 ключа, но я буду придерживаться намеченному плану. И сейчас очередной ключик, который 8-й на самом деле сейчас уже поползет по экрану. Так что готовьтесь. И ключик на экране. Ну, я, в принципе, могу задать вопрос. Сейчас, секундочку. И не забываем про репосты в группе ВКонтакте. Смотрю, уже участвуют у нас в розыгрыше ВКонтакте. Нет, не смотрю. У меня ВКонтакте внезапно умер, наверное, всему виной. Наши дорогие зрители, 361 человек тем временем сделали репост. И 3 из них мы обязательно наградим. Да, вот уже готово. А, кстати, запуск произошел. Представляете, как быстро? Не было 10-минутной паузы. Да, никаких пауз нету. Ну, пока идет загрузка, предлагаю здесь вопрос какой-нибудь задать. Хорошо. В общем, какую ленту ставят все команды сообщества Фуфу на Ки-43? Этот вопрос я продублировал в чат. Ответ на этот вопрос звучал в стримах, между прочим. Какую ленту? Я вам даже больше скажу. Ее также рекомендовал Терри как-то. Вот, уже вижу правильный ответ от FN Wolf'а. Трассеры, все верно, трассирующая лента. Трассеры, хорошо, запиши, пожалуйста, FN Wolf'а. Угу. Победители. Молодец, поздравляем. Буря в чатике. Да, буря от ответов, действительно. Нет, это у меня в чатике, у меня не...
Ну что, кто за кого болеет, ребята? Давайте, напишите нам. Sky Veterans, Винкарин или Фуфайки. Кто должен победить? Кто должен сегодня выиграть ноутбуки? 6 невероятно крутых ноутбуков. А кому останутся 6 тоже очень крутых видеокарт? Пишите ваши предположения. И старт, да, внимание. Четверки, третий тайм. Так, попробуем сейчас разгадать план команды Sky Veterans, подумаем, что же они такого задумали. Я смотрю за Angry Cat, капитан команды. Мне это очень удобно смотреть с игрока Red Dragon War. Последний ведомым в группе четверок. И видим, что делятся они на две пары, причем и по высоте. И по расстоянию немножко, да, сейчас посмотрим. Посмотрим. А, наверняка у команд есть задумки. В четверках никогда не бывает рандома, не бывает того, чтобы просто команды шли там в лобовую или еще как-то. Здесь обязательно есть стратегия, обязательно есть тактика. Мы посмотрим. Уже 2000 практически нагребли. И появляется первый контакт, и сразу же появляется маркер. Первый. Ну вот сейчас мы будем наблюдать. Ребята из FUFU, я смотрю, растянулись, ну, на две пары разделились и идут таким вот широким фронтом. Пугает меня их звание таранчик. Вот как-то у Sky Veterans истребители, а вот у FUFU-шников FUFU-ик таранчик. Кто его знает, да, что они задумали с таким-то названием. Да, и видим, идет, кстати, такой тройкой команда Фуфайки. И один, да. Видимо, их координирует. Он, вот, мне кажется, Энгрик уже будет дымы. Уходить от лобовых, он будет просто вытягивать на себя противника. Да, вот попытка протыковать в лоб. Бог устрибай, закрепится за Аврором и его сбивает просто невероятно. Дрэгон Вар. С огромной дистанции, метров 300, наверное, было. И тут же атакует, прет на пролом. Вот это да, вот этот пилот. Прет, ух ты, с какого далека подбил Red Dragon, прет на пролом. Прет на пролом, да, сильно пробит. Два просто снайперских выстрела. И сейчас Red Dragon поймал 6. Не, тащит вообще. Спортсмен подошел. Сжигает. Сжигает добро. Спортсмен. Red Dragon все-таки подбил. Но в любом случае сейчас кажется, что Sky Veteran это в большинстве. И вот прям прет на пролом, да, получает шестерку. Да, Golden. Да, мне кажется, здесь уже, в принципе, все решено. Останавливается двигатель. Да. Прет на пролом, останавливается двигатель. А Голди... Это был последний? Фу-фу. Да, абсолютно верно. Всё, это победа Sky Veterans, ребята. Два пилота Sky Veterans остаются в воздухе и фактически побеждают в этом матче. Да и что сказать, в турнире? Да, вот сейчас досматриваем, как командир Sky Veterans достреливает вперед на пролом. Вулчит в буквальном смысле этого слова. Отлично сыграли ребята в этом матче. Вот видим финальные дымы, да. Команда Sky Veterans побеждает в турнире. Гладиатор с War Thunder 4-4. Поздравляем. Вижу. Да, Red Dragon 2. Как радуются вот игроки. Даже надо будет конкретно. Red Dragon же так метко стрелял, да? Да. По-моему. Да. Он очень Dragon красиво стрелял, сбил просто Снейка. Невероятно. Прекрасно. Эти два прострела действительно дорогого стоили. Да, они очень помогли, потому что Снейк как раз входил сразу на Angry Кота, и его вовремя просто срезал Red Dragon. Так было бы, так сказать, очень опасная ситуация для капитана команды Sky Veterans. Но вовремя Red Dragon прикрыл своего капитана этим метким выстрелом. Да, немножко подождем, пока команды у нас придут в себя. Зайдем к ним чуточку попозже. У нас еще есть трансляция для зарубежных наших товарищей, которые тоже сейчас ведут. Вот. Я еще так думаю, что Crimson не все ключики нам показал. Вот как раз-то я сейчас показываю последний ключик на вашем экране. Десятый. Я надеюсь, десятый что ключик. Что я все там правильно перетыкал в галочках. Вот. И
Тогда уже еще десяток ключей будут разыграны в следующем матче, который будет происходить буквально через, наверное, час, да? Я правильно говорю, Сквайр? Да, все верно. Так, пару вопросов, наверное, следует задать. Да, сейчас. Пока команды там приходят в себя, мы сейчас разыграем последние ключи, спросим еще у наших зрителей пару вопросов, также на 1000 золотых орлов. Вот я уже вижу, что ключ продублировали в чате, значит, явно его уже кто-то активировал. И таким образом следующие 10 ключей будет... Так, в принципе, могу... Вот такой вот вопрос, в принципе, есть. Так, зачитываю вопрос и сразу дублирую его в чат, ребята. С кем провели фуфайки свой бой в 1/4? Команда Фуфайки, которая заняла второе место в этом чемпионате, это уже молодцы. Да, вот правильно, ребята, пишут, тот, кто скринил. Нет, ребята, они играли с ангелами в 1/2. В 1/4 у них был другой противник. Вот я вижу правильный ответ, но... Ты у нас уже побеждал. Чем дальше победителя потенциального? Вот, есть команда ГАД. И ответил Дринкус. Ой, боже, я не прочитаю. В общем, Жень, читай сам, я тебе скинул. Ну, обязательно, да. DrinkRussian21. Вероятно, так называется его ник. Обязательно скинь мне его. И мы сейчас проведем викторину, собственно, по поводу... репостов, по поводу репостов. Сейчас попробуем, попросим Кримсона это сделать на наших экранах. Так, у Сквайр, ты еще общается? Я читаю чат, вот я открыл сейчас ВКонтакте, да? А, тут надо... А, понял. Это как бы... сейчас я на экране буду показывать, кому рандомным образом будет... Ты абсолютно верно. Абсолютно верно. Сейчас мы определим, кто из... Определим троих победителей, которым достанется танковый пакет, продвинутый танковый пакет Т-34 плюс Шерман. Собственно, с помощью программы мы вставляем ссылку на публикацию, жмем «Поделились», тоже поделился, и жмем «Определить победителя». Так, вот я открыл, значит, я, честно говоря, ни разу не пользовался вот ВКонтакте этим функционалом. Абсолютно не страшно. Мы сейчас запускаем это приложение. Так, да, нажимаю кнопочку «Запустить приложение». Тут мне что-то тут пишет. А, введите ссылку на пост. И вот я, у меня есть ссылка. Да, вводишь ссылочку на пост, в которой, собственно, сейчас наши участники поделились сейчас на эту. Кстати, вот тем временем хочу добавить, что ребята из Фуфу, это, да, зашли вот к ребятам Sky Veterans и общаются. То есть вполне адекватно, молодцы. Сейчас поздравляю. Мы обязательно к ним заглянем. Кримсон выбирает «Поделились» кнопочку. Чуть ниже под ссылкой. Угу. Всего поделились этой ссылкой 397 человек, вот я вижу. Да, тут хорошо, прям нажимаешь «Поделились» и нажимаешь, собственно, «Определить нового победителя». И обязательно мне в скайп скинешь этого победителя, которому мы отправим ключи. Так. Сквайр, номер победителя 373, Коля Югалов. Мне надо скидывать вот ID. Скинь, вот, пожалуйста, его, да, ссылочку на его страницу, скинь, пожалуйста. Так, и сколько таких будет победителей? Три победителя. Нажимаем еще «Определить нового победителя». Так, у меня что-то тут сейчас. Руслан Хриенко. Ну, тут иностранная фамилия. Угу.
И последний, третий победитель. Матвей Измайлов. Матвей Измайлов. Поздравляем. Обязательно с вами свяжемся и сегодня отправим вам обязательно эти призы. Ну что, Кримсон, Зида, ты, давайте спустимся к командам, давайте, да? Пойдемте. К командам я тоже правил свою викторину. Тихо. Приветствуем, ребят, мы на стриме, на трансляции. Здравствуй, Жень. Привет, Сквайр. Да. Хотели мы прежде всего поздравить команду Sky Veterans с победой. Молодцы, отличные бои. Последний матч я следил за Алексеем Red Dragon War, который просто невероятным образом как-то умудрился сбить двух противников. Бойца, да? Отличные прострелы. За вас болело очень много людей. Вот мы спрашивали в чате, да, то есть очень многие переживали за вас и рады, что вы победили. Вы молодцы, и вам действительно так достаются прекрасные призы. С этим мы там попозже еще разберемся, но вот ноутбуки, очень мощные ноутбуки ваши. Я смогу поиграть в танки! Ну, например, да, и в танки, в том числе, танковые пакеты также будут ваши. Там призы очень объемные, очень много всего есть. Ну и также команду Фуфайки мы хотели бы поблагодарить за участие в турнире. Вы молодцы, мы следили за вами. Вот так вышло, что и комментаторы в курсе ваших побед и ваших достижений. И мы очень рады смотреть и за вашим участием, смотреть, как ваша команда просто добиралась до этого финального матча, до финального боя. То есть мы молодцы, вы молодцы, на самом деле. Мы будем ждать вас в следующих турнирах. И второе место по праву ваше. Вы молодцы. Да, спасибо. Да, ребят, молодцы, действительно. Вот вы интересную игру показали, и обе команды как бы заняли призовые места, это тоже дорогого стоит. Но, как говорится, дорога молодым. Ребята из Sky Veterans давно к этому шли, и я считаю, они заслуженно как бы заработали это право стать, скажем так, в этом турнире номером один. Молодцы, ребята, Sky Veterans, поздравляю. Спасибо. Спасибо большое. Ну, Сергей Обелич. Да, ну я еще раз озвучу, но уже на этом стриме я уже поздравил, значит, команду Sky Veterans, вот, за отличную игру и заслуженное первое место. И также, значит, поздравили мы команду Фаик, которые заняли второе место. И вот я отметил еще до этого, что, наверное, в командном зачете, значит, как бы сообщество Фуфу, значит, добилось таких хороших очень результатов. И в прошлом году также на тактическом турнире они занимали призовые места. Вот. И, значит, имеют такой рейтинг очень хороший. Вот командный. Общекомандный такое, как бы, сообщество, да, клана своего. Вот. Это большое, я думаю, достижение. Это залог такой стабильной игры, стабильных выступлений, значит, на турнирах киберспортивных, я думаю, потому что там есть школа, мы видим, да. Вот, и вообще всех хотел поздравить, и, значит, и кто третье место сегодня занял, команду Фуфу, да, и, значит, вчера, вернее, и также четвертое место, хоть на меня обижаются, вот четвертое место, там, что типа соль я на раны сыплю, но тем не менее, выйти в полуфинал в таком турнире, где 254 команды, это не просто. Вот, значит, такая команда заслуживает того, чтобы она тоже была отмечена, значит, как команда, которая проявила волю к победе, вот, и, значит, все-таки добилась такого результата, как выйти в полуфинал. Поэтому все молодцы, всем огромное спасибо, вот, и для нас это важно, было, потому что это первый, значит, как бы чистый дуэльный, да, такой классический турнир в режиме дивизионе, да, и в режиме сложности реалистичные бои. И у многих, я скажу, были сомнения у таких, как бы, продвинутых, будем говорить так, пилотов, да, значит, таких, которые хардкорные, да, что вообще возможно ли, значит, классический дуэльный турнир вот на таком режиме сложности. Вот. И вы доказали, что не только он возможен, да, но в принципе те приемы, да, значит, техническое оснащение, свои приемы ведения воздушного боя, дуэльного такого, то есть в полном объеме практически присутствуют у ваших команд. Поэтому молодцы, и вы это оправдали все, и показали, в принципе, и утвердили, точку такую поставили, да, он нужен такой турнир, вот, значит, дуэльный такой, чисто дуэльный, классический нужен. И, значит, мы будем проводить такие турниры. Спасибо вам огромное. Да вам спасибо. Можно тоже напоследок, так сказать, скажу. Во-первых, тоже огромное спасибо организаторам, которые устроили такой замечательный турнир. Мы
действительно очень ценим весь ваш труд и арбитров, и стримеров, которые на протяжении этих долгих месяцев не жалели себя, там фактически не спали ночами, чтобы этот турнир удался, и он прошел без казусов. Просто это действительно была очень тяжелая и, возможно, даже с какой-то стороны неблагодарная работа, но вы это сделали, вы сделали это возможным, и за это вам от меня и от моей команды огромное спасибо. Также все-таки я не досказал спасибо своему пилоту Red Dragon, потому что меня Изида перебил, который тоже сегодня сделал фактически невозможное, как запасной пилот. Вот. И отдельно, так сказать, в завершение хочется передать привет ангелам, которые и свою победу мы фактически посвящаем им. Спасибо, Квад. Можно, ребят, Спирит, реально спасибо тебе за 2 на 2. Ну, ты понял. Ребят, спасибо вам, что вы так офигенно сыграли. Кот, хочу тебя, Горыныч, хочу тебя поблагодарить, да, в начале этого турнира, вот мы стримили этот бой, я все время следил только за тобой, в начале турнира 2 месяца назад мы начинали с тобой тренироваться в этом, когда еще не были сформированы команды, и когда я формировал только свою команду, когда подходили пилоты к нам, и мы с тобой постоянно говорили, как оно будет, что оно будет. Горыныч, ты все время говорил, было бы классно встретиться в финале. До финала мы немного не доползли, извини, не оправдали твоих надежд. Ты дополз, твоя команда победила. Кот привел вашу команду. Парни, вы молодцы, вы просто отлетали супер сегодня. Спасибо. А вы шампанское приготовили-то? Ребят, мы приготовили не шампанское, мы ноутбуки приготовили. Ребята, мы уже выпили, понимаешь? Они уже во время третьего раунда, они уже там выпивали, уже оценивали ситуацию, да. Естественно. Поправочка, детское шампанское, детское, конечно. Детское, конечно, детское. 18 плюс стрим, да. Я думал, что по-взрослому врывают. Впереди еще один матч, вы там сильно пьяные, не будьте. Какой еще один матч? А ну-ка рассказывайте. СБ. Режим СБ финал. Вы оцените пилотов СБ режима. Там очень сильная команда играет, интересные бои отыгрывают. Не, кстати, вот хочу отметить, ребята из МНС, по-моему, ни разу не проиграли дуэльный первый раунд, как вот команда ФУФУ. Ну, которая третье место заняла. То есть ребята очень-очень скиллованные. И даже мне интересно, что будет, мышеводы против джейвода. Ты думаешь, это ты нам что, соль на рану куришь? Впервые проиграли дуэльный бой. Ну хорошо, вы тогда разрешите трансляцию текущую. Так, Кримсон, я. Да, Сквайр. Мы с тобой в эфире, наконец, мы выбрались оттуда, выбрались. Там много, на самом деле, эмоций, понятно, ребята, вы выиграли, да, заняли первые, вторые места, невероятные призы, поэтому, конечно же, мы за них очень рады, и вы очень рады, наконец-таки, я это вижу. И, ребята, это еще не все, сегодня в 23:00, а точнее, чуть-чуть раньше мы начнем трансляцию, состоится бой финала симуляторных боев между командой БМПЕ и МНС. Также вас на этой трансляции будут ждать розыгрыши танковых пакетов продвинутых Т-34 плюс Шерман, викторина для участников, да, с вопросами и ответами. И, соответственно, также будет заготовлена публикация ВКонтакте по итогам репостов, которые мы наградим 3 самых удачливых. Приходите, будет интересно, это самые сильнейшие команды. По-другому в финале и быть не может. Вот. А на этом все. Прощаемся мы с вами. И приходите, буквально совсем-совсем скоро продолжим. Всем пока-пока.